Холера в Одессе. Михаил Жванецкий. Отрывок. Холера в Одессе. Курортники в панике покинули гостеприимный город, а в городе стало тихо. Холера в Одессе. В ресторане свободно. Заходите, рекомендуем. В магазинах от вашего появления начинается здоровая суета. В трамвае вы могли уступить место женщине без опасения, что на него тут же ринется быстрый конкурент. Холера в Одессе. В городе стало так чисто, что можно было лежать на асфальте. На улицах появились растерянные такси с зелеными огоньками, чего не наблюдалось с 1913 года. И стаканы вымыты, и трубы все исправлены, и туалетики в порядке, и личики у всех чистые, и мы моем ручки до еды, и после еды, и кипятком, и чистим, и пьем тетрациклин, и взаимовежливы. Вся холера стоит той вежливости, которая появилась тогда в Одессе. А анализы, как они сближают. Конечно, холеру быстро ликвидировали, но то хорошее, что она принесла с собой, могло бы и остаться. То есть то, что есть в людях, но проявляется в трудную минуту. Забота, сплочение. Мы одна семья, один коллектив, одна компания. Мы живем в одном доме. И лозунг наших врачей «Чистые руки» пусть будет перед глазами в прямом и переносном смысле «Чистые руки», «Чистая совесть», «Чистые глаза перед людьми». В общем, чтобы мы все были здоровенькие.